уехали. Не надо, теперь всего полно. В магазинах, голодные. Вы что? Вы видите, мы старые люди, отойдите, пожалуйста, я спрошу. Говорит, давайте потише. Я уже в полицию пригласил, сейчас вас уведут, вы проведете время в полиции. Вас полиция заберет. Вас полиция. Вам никто не запрещает, вы сказали, что я вас хотела спросить. Она на Украине пропрыгали, и это, не дай бог, будет прыгать сейчас. А почему вы против данного митинга? Это вон речевки понапридумывали. Будьте добры, отойдите. Правильно. Голосовать надо идти, свободные выборы. А кто вы на вас спрашивает, как сидите? А вы не голосовали, хвалитесь там на сцене. Я не ходил голосовать. Не ходили. Потому что мы не хотим быть с таким, как вы. Президента, которого выбрали, не будет, если он не участник голосования. Уходите подальше. Я никого не раньше, когда мы в 90-е годы, когда меня там, ну что я делал, я ничего не делал, разговаривать не умел, выходили большие сотни тысяч людей, и у них не было интернета, мать его, у них не было абсолютно ничего, у них было только свое, знаете, понимаете, в чем дело? Мы должны организовываться. Единое общероссийское политическое движение. Только тогда мы сможем добиться успеха. Только так мы можем добиться вот этих результатов, которые мы хотим добиться. А именно создание гражданского общества, честные свободные выборы. Я сегодня собирался сюда идти. Мне говорят, ты что, больной? Вы же ничего не измените. Вы ничего не сделаете. Зачем ты туда идешь? Я говорю, если бы каждая жопа, которая это говорит, поднялась и вышла, здесь бы не было так мало людей. Да, точно, поддерживаю. Скажите, пожалуйста, на каком основании задерживают? На каком основании, скажите, задерживают граждан? В Украине нет фашизма, а у нас фашизм по всем семи характерным признакам. Скажите, а на каком основании задержали данных граждан? Я журналист. Да? Пожалуйста, проходите, проходите. Куда? Почему вы меня выталкиваете? Руку уберите, пожалуйста. Пожалуйста, на остановку проходите. На каком основании граждан задержали? У вас документы есть? Естественно, есть. Вот когда мне сейчас расскажут, я вам покажу документы. Вы вообще кто? Вы что, хотите, нет уже документов. Вы мне покажите документ. Вы мне покажите, кто вы такой? Ну что вы прохожий. С какой статьи я вам должна показывать? Бывает. Все, в отдел входит. Первый отдел. Теперь побыстрее, ребята. Так, кто у нас? Майор Александр Сергеевич. Сейчас, минутку. Вы же у нас, кажется, подполковник Гаенко. Расскажите, пожалуйста, на каком основании граждан задержали? Вы в званиях разбираетесь? Вы в званиях разбираетесь? Нет, не разбираюсь. Нет, я не подполковник, а подполковник. На ноги наступаете? Я не наступаю на ноги. Читайте федеральный закон номер 54. До свидания. Прочитаю.